слышу. Я каждый раз повторяю. Нельзя повторять такое, нельзя. Фалзаброшка, нельзя ходить, это опасно. В чем смысл? Если ты хочешь получать у меня 5 сигов, то обязательно переходи по ссылке в описании, так что переходи, подписывайся на него, пиши то, что ты от меня. Подписывайся, ставь лайки, и я обязательно тебе сделаю сигну в следующий ролик. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out, pop up for the whole crowd. I got this, I roll out, I promise, have no doubt. I'm all in, here I go now. У нас перчаток нету просто. Всем привет! Это новое видео, и сегодня мы идем на заброшенный объект. I'm not gonna do too much talking on this though. I'm not sure if they're ready for this blue stamp. Let emergency say, let emergency say. Он в розыске. Был. Ну сейчас он вот так выйдет оттуда. Сейчас подожди. Стой, стой, Умар. Все, погнали, давай. Ебать, не прыгайте, алабай, сука. Где? Видишь, вон алабай, видишь? Ага. Где? Алабай там. Я на рот. Отсюда видно, вон. Он даже нету цепи, прикинь, он свободный там алабай ходит. Отойди, отойди. Ебануться. Да. Ты прикинь. Вон еще собак. Есть все, блин, за мной. Давай хотя бы Ротвейлер побежит. Или немка, бля, алабай неохота. Алабай этот медленнее бежит. Ну если цапнешь. Ротвейлер, если цапнешь, то пизда. Там крыша нормальная? Умар, крыша вон там. Бля, нет, рядом не стоит. Отойди. Ой, бля, где же тут дырка же была? Да, там такая. Нет, он там. Давай, дальше. Крыма падает, да? О, школьник какой-то ходит. Собак, боишься? Тут, иди сюда. Сюда, быстро. Тут три собак ходят, что ты тут вообще делаешь? Школьник? Что ты делаешь, пацан? Осторожно. Просто хожу. Давай. Давай, не уходи тут. Чепо. Пацан, ты что тут делаешь? Смотри, слышишь? Там собака.
Здесь Алабай, Ротвейлер, там немецкая овчарка. Что ты тут делаешь вообще? Что ты потерял тут? Я хотел за вами повторить. А ты, то есть ты за нами следил, что ли? Ты что, за нами зашел? Ты опасно же. Знаешь? Да. Че, блядь? Ну мы же, сука, дисклеймер вставляем перед каждым роликом. Я каждый раз повторяю. Нельзя повторять такое, нельзя. По заброшку нельзя ходить, это опасно. В чем смысл? Ты зашел ради... Ладно, мы ради подписчиков рискуем, а ты что тут? Если упадешь... Типа вдохновился нами, да? Хотя уж как мы, да, там? Да. Нельзя так делать. Нам всем по 18. Мы же так вроде бы, это родной. Ну там Алабай. А что, через Ротвейлер пойдем? И там этот, да. А что, на той гараже, на КамАЗе не пойдем? У нас какой-то сталк идет, ну. Он смотри, наступил вообще. Если они считают, что мы делаем... Давай с элементами паркура выйдем. Как будем сваливать? Сейчас вот так. А то там опасно. Аккуратнее. Ема, тут лестница оборона. Еба, крыша тонкая. Сюда. Вниз. Ты за хуйню? Ты что делаешь? Алло. А. Ты куда прыгнул? Сюда прыгай. Да. 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 Сейчас на автобус садиться буду. Да. Так странно то, что вот эта хуйня. Дырки же открыты. Дырки же открыты. Ой, извини. Ага, так уже кто-то говорил. Тут засе. Пускай бежит. Вози, Арсик. Быстрее! Все, погнали, спасли школьника. Этот ролик – постановка. Все люди в нем – актеры, которым я заплатил деньги. Все кадры и действия в нем – это сценки, которые обдумались заранее. Все, что вы видите, делают профессионалы и актеры. Ни в коем случае это не стоит повторять.